Ну а теперь оценки, оценочки, оценульки. Так, поехали. Режиссура, друзья, режиссуре Роберта Родригеса и идеи Джеймса Кэмерона ставим 8 из 10. В первую очередь благодаря их работе с актерами. Операторская работа — это, крепкая семерка, восьмерка. Как это вот осознать в жанре 3D-камер? Нам, наверное, еще нужно привыкнуть. Эффекты, спецэффекты и монтаж. Вау, класс, 9 из 10. Да нет, давайте 10 из 10. Музыкальное сопровождение. Ничего сверхкрутого не услышал, кроме самоиронии под названием Swan Song, лебединая песня. Будем надеяться, что Кэмерон еще громыхнет, да и Родригес тоже. Поэтому здесь, 7 из 10. Актерская игра 10 из 10. Почему? Потому что достаточно сложно в жанре, где в основном за тебя работает компьютерная графика и спецэффекты, передавать человеческие чувства. И мы видим, что на сегодняшний день это под силу только крутым актерам. Сценарию ставим 5, потому что хочется большего, хочется завтрашнего дня, а у нас получилось кино про вчерашний день. Предсказуемые сюжетные ходы, предсказуемая история, предсказуемые повороты, и ты фактически ждешь, пока дирижер невидимый взмахнет невидимой дирижерской палочкой. Все происходит именно по тобой написанной партитуре, которая вот уже здесь, после стольких голливудских экспериментов. Ну а мы, друзья, ждем новых веяний, новых премьер и новых блестящих работ как от таких мастодонтов, как Джеймс Кэмерон и Роберт Родригес, так и от молодых, юных, неизвестных еще имен. До новых встреч, с вами «Что за кино?» Дмитрий Олешко, Green Jack Channel. Пока-пока!